Ну это я бы так сделал. Я просто после перекрестка хотят перестроиться и сразу. А тебе на экзамене сказали, у тебя была возможность перестроиться раньше, почему вы не... Я же не сказал тебе перестроиться за перекрестком, я сказал тебе развернуться, правильно, за перекрестком? Пускает, чё. Ты можешь это вслух, так, спасибо, пустил, пусти. Можешь даже это вслух сказать, как бы, так. Ну давай, или пропусти меня, или проедь там. Раз, и гаишник поймет, что ты видишь, что ты не лезешь в наглую. Понимаешь? Где здесь есть этот? Нет, тут сплошной. Там есть, оказывается. Где? А вот это что, нет? Ну я говорю. А поворотник почему тогда не включил заранее? Да, как бывает. Чуть-чуть отпусти тормоз. Давай видишь полосы вот так, да. Чтобы вон вот этих не, чтобы нас не задерживали. Понимаешь, да? Даже какая маленькая скорость, куда ты поехал? Вот же поворот. Ты бы сейчас бы на экзамене, он сказал бы, вы не сдали. Вы в остановку поехали, что ли? Понимаешь? Ты смотри не только на полосу, а еще посмотри, почему здесь полоса есть. Понял, да, свою ошибку? Понял, да. Поехали, потихо. Поехал. Отпусти тормоза. Вот. Левый ряд перестройся по возможности.